Ричи – самый настоящий член семьи и, конечно же, любимец. Очаровательный померанский шпиц регулярно ездит вместе со всеми на дачу. Хозяйка собаки признается, что их семья не раз переживала за жизнь питомца. Чуть ли не каждая поездка на природу заканчивалась походом в ветеринарную клинику. Он очень любит своровать что-то со стола или на дачу украсть что-то. Допустим, даже недавно он украл с куста клубнику и малину, и в итоге полдня лежал пузом кверху, мы не понимали, что с ним. Возможность усмотреть за тем, что съела собака, особенно на природе, выдается не всегда. Во время поездки на дачу домашний любимец с легкостью может вкусить что-то из ягод или грибов, которые наверняка вызовут серьезные проблемы со здоровьем, нередко отравление. Кроме проблем с пищеварением, неправильное питание может спровоцировать ожирение, поэтому многие хозяева породистых собак работают на опережение и, как правило, знают о том, как важно следить за рационом четвероногих членов семьи. К примеру, таким породам, как лабрадор, бигль, йоркширский терьер, стоит уделить особое внимание. За питанием этих собак стоит строго следить из-за их склонности к набору лишнего веса. Кормить собаку нужно правильно. Желательно не совмещать промышленные корма и пищу со стола. Лучше кормить промышленными кормами согласно аннотации, согласно весу и возрасту животного. Со стола кормить нельзя следующими продуктами. Шоколадом ни в коем случае. Грибами, виноградом, изюмом. Все это может привести к отравлению. После нескольких поездок в ветеринарную клинику хозяйка Ричи решила обратиться за помощью к кинологу. Специалист поработал не только с собакой, но и с семьей, в которой живет питомец. Домашний любимец отучился вырывать вкусненькое буквально из рук. Да и сами домочадцы больше не спешат баловать собаку. Любого рода сладости со стола Ричи теперь заменяют специальные собачьи печенья, которые не смогут ему навредить. Александра Гусева, Николай Сидоров, События.